Ленинградская область, Приозерский район, Тайпаловский залив Ладожского озера. Один из живописнейших уголков северо-запада. Здесь, в тихом сосновом бору, расположена база отдыха «Золотой берег». Заповедное место, способное привлечь внимание тех, кто устал от суеты больших городов. Строительство базы вначале было под большим вопросом. Вокруг уникальный ландшафт, очень хрупкая экосистема, вмешательство в которую должно быть очень бережным. Возведение обычных ленточных фундаментов стало бы настоящим варварством. Спасительным кругом для проекта стали винтовые сваи компании «Своенова». Благо для их установки не требуется никаких особых условий. Глубина промерзания здесь большая. И сваи винтовые, они как бы экономичнее, дешевле. И быстро изготавливаемые, быстро их можно сделать. На свайно-винтовом фундаменте здесь построено порядка 20 объектов, в том числе мини-коттеджи из бруса. Строительство близится к завершению, и в скором времени планируется начать заезды. Кроме великолепия ладожской природы, отдыхающим будет предложен настоящий европейский комфорт. Уютные домики, изящные беседки, а в скором времени появится и баня. Золотой берег, как уверяют строители, примет своих первых постояльцев уже через пару-тройку недель.